Мы, когда с Мишей победили вот на этом конкурсе, времена были тяжелые, это был 89-й год, и тут как бы было непросто, и филармонии практически закрылись, и у нас получилось очень хорошее приглашение, мы уехали жить в Бельгию, с речки Учи на речку, как он там называется, типа Сены, но еще хуже. И когда я вернулся через 6 лет на речку Учу, или Учу, ну здесь, конечно, и поэтому вернулся. И, естественно, за 6 лет были потеряны связи музыкальные в России, потому что в основном мы играли в Европе, сыграли 250 концертов на таких лучших площадках. Норси джаз фестиваль, Монтреаль джаз фестиваль, Монреаль джаз фестиваль, такие самые хитовые фестивали. И когда я вернулся, я начал как бы опять входить в режим, собираться с музыкантами, которые живут в России. И вот первую композицию, которую я написал, как раз было «Возвращение», это «Возвращение на речку Учу с речки Сены». Ну, типа правильно. Сены в Учу. Из Сены в Учу, да. Без Сены в Учу. Thank you.
Играла на вот этих красивых штучках. Михаил Иванов рояль электрический. И Федор Андреев настоящие барабаны с моей дачи. Штучки, да. Барабаны, штучки.